Здравствуйте. Студия Андрей Симоненко. Предлагаю вашему вниманию выпуск новостей. Вначале коротко о сегодняшних темах. В Доме культуры «Сияние Севера» продолжается капитальный ремонт. Реновация проводится в рамках окружной программы по обновлению объектов культуры. 11 лабытнанцев сменят прописку. Сегодня северянам глава города Марина Трескова вручила сертификаты для переселения в Тюмень. Молодежная арт-резиденция получила название. Большинство проголосовало за наименование «Лампа». Большие перспективы малого бизнеса в Лабытнанге начинающих предпринимателей и самозанятых граждан поддержали материально. 2023 объявлен годом педагога и наставника. Александр Шатов, заведующий терапевтическим отделением Лабытнанской больницы, каждый год курирует молодых подопечных. В Доме культуры «Сияние Севера» продолжается капитальный ремонт. Реновация проводится в рамках окружной программы по обновлению объектов культуры. На выездном совещании в Харпе глава города Марина Трескова и руководители профильных ведомств оценили ход работ в учреждении. В холле, в зале, на лестницах, в коридорах непрерывный шум. Его причина не музыкальные инструменты, строительные. Дом культуры «Сияние Севера» на капремонте. Сейчас стадия демонтажных работ. В своей очередь ждут материалы и оборудование, закупленные для прокладки электросетей. Глава города в составе рабочей группы осмотрела все помещения клуба. Чтобы ремонт был закончен в срок, важно следовать плану. Сейчас все в графике, да, находится на в настоящий момент на согласовании. Это материалы по внутренней отделке и согласование цветовой гаммы. То есть, чтобы, я говорю, полностью был соблюден дизайн-проект, который согласован у нас с культурой и с департаментом культуры Мариинского автономного округа. По проекту Дом культуры преобразится полностью. Запланирована замена всех коммуникаций. Обновятся кабинеты для сотрудников и участников кружков и студий. Зрительный зал будет самым современным, с круговой подсветкой и удобными креслами для зрителей. Обновятся механика и одежда сцены. Новое оснащение фойе позволит с комфортом ожидать начала концерта или киносеанса. Такие планы объясняют масштабы и продолжительность ремонта. Важно, что на время проведения работ харповчане обеспечены доступом к культуре. Также у нас работает клубное формирование, хореография, театральные кружки, декоративно-прикладное творчество, вокальное. Просто они сейчас временно немножечко в иных условиях работают, но опять же это в ожидании того, что... Совсем скоро все будет прекрасно. Ожидание продлится недолго. Следующим летом объект должен быть сдан с учетом благоустройства территории вокруг. Ольга Болдырева, Николай Снегир, информационное агентство Лабытнанги. 11 лабытнанцев сменят прописку. Сегодня северянам глава города Марина Трескова вручила сертификаты для переселения в Тюмень. Программа сотрудничества помогает реализовать на территории Тюменской области планы национального проекта «Жилье и городская среда». Вот они, эти счастливчики, которые в ближайшее время переедут в Тюмень. Каждый из них много лет отдал Северу. Работали на благо развития Лабытнанги, создавали семьи. У многих трудовой стаж исчисляется десятками лет. Первая открыла череду вручения сертификатов семья Дорофеевых. Позвольте вас поздравить. А вот момент вручения сертификата Елена Середкина накануне увидела во сне. Оказался, вещи. Ведь уже сегодня она стоит в зале администрации и получает вместе с мужем долгожданный сертификат. Она и ее супруг Николай – коренные жители города. Елена трудится лаборантом в 8-й школе, а Николай Середкин был птицеводом на местной фабрике. Я очень рада за то, что мы сегодня получаем сертификат. Благодарна главе города Марине Ароновне Тресковой. Мы здесь с мужем родились, будем очень скучать. И будем в гости сюда приезжать. Здесь много моих еще одноклассниц проживает. Переселение в Тюмень – самая популярная программа в нашем городе. Сегодня в списках состоит 2163 семьи. В этом году уже 37 реализовали свое право. Сегодняшним обладателям сертификатов сейчас предстоит приятные заботы. До конца года они должны реализовать сертификаты на приобретение квартир. Дарья Самородова, Николай Снегир, информационное агентство Лабытнанги. Еще сегодня в арт-резиденции глава города Марина Трескова поблагодарила молодежь, а именно тех, кто предлагал название для нового арт-пространства. Голосование проходило на портале «Живем на севере», где из 13 вариантов больше всего голосов досталось названию «Лампа».
Веселые и находчивые лабытнанцы проверили лампу на источник вдохновения для шуток и миниатюр. У них репетиция предстоящей игры КВН городской лиги. Редактор Даниил Кожевин, который может не только веселить, но и удачно креативить. Его вариант названия арт-резиденции набрал больше всего голосов, с чем его поздравила глава города, подарив символический подарок. Такой памятный знак, как керосиновая лампа. Очень много смыслов можно в нее вложить, равно как много смыслов можно вложить в название резиденции. Когда возникает какая-то идея, в мультиках или фильмах всегда появляется над головой лампа. Вот, подумал, арт-резиденция, в принципе, теплые тона. Вот, и тут такое место рождения идей, куда придут молодые творцы, только начинающие свой путь, так сказать, монетизации своего творчества и его развития. Тут будет постоянно что-то рождаться, постоянно рождаться какая-то идея, вдохновение. Лампа ожидает изменений в дизайне внутренней отделки, однако и сейчас для инициативной молодежи открыты двери. Помимо команд КВН, опробовать акустику здания успела диджейская команда Happy People, которая провела репетицию предстоящего фестиваля на реке Собь. По словам Марины Тресковой, арт-резиденция будет постоянно модернизироваться и изменяться, чтобы не отставать от требований молодежи. Каждое новое направление деятельности молодежной политики будет как новый виток открытия или развития. Поэтому сказать, что вот прям один раз откроем ленту, перережем, увидим, как здесь здорово, красиво и на этом успокоимся, нет, не тут-то было. Потому что меняются вкусы, меняется жизнь, меняются интересанты, появляются новые инициативы. И все это должно вместиться в нашей замечательной арт-резиденции. В скором времени в здании планируется открыть танцевальный клуб по бачате, медиа-центр и сценическую зону для молодых театралов. Ну а пока лампа делится светом и теплом с теми, кто к этому тянется. Михаил Наумов, Григорий Волков, информационное агентство «Лабытнанги». Большие перспективы малого бизнеса. В Лабытнанге начинающих предпринимателей и самозанятых граждан поддержали материально. На реализацию интересных бизнес-идей из городского бюджета выделены гранты. В этот раз на конкурс было подано 6 заявок. Каждый проект был одобрен комиссией и обеспечен финансово на общую сумму чуть больше 2 миллионов рублей. Салон мужской стрижки «Франт» – семейный бизнес. Игорь Веремеев – арт-директор и администратор в одном лице. Его супруга Ольга – стилист-парикмахер. Узами гименея они соединены пару лет, а вот общим делом объединены чуть больше полугода. Каждому клиенту здесь индивидуальный подход и авторская стрижка. Бизнес идет в гору, а значит, самое время его расширять. Сошлись во мнении партнеры. Хотим оборудовать еще одно место для мастера. Так как поток клиентов у нас увеличивается и хотим, чтобы услугу получать могли все. Приходя к нам в салон, чтобы мог получить папа, дедушка и сын, ну, одновременно услугу эту. Владимир Маржов самозанятый, его сфера услуг – СТО. 3 года назад мужчина открыл небольшой сервис на 3 машиноместа. Гараж оснащен специальным оборудованием и подъемниками. Для более качественной работы мастеру требуется новый гидропневматический пресс. Гидравлический пресс ручной, то есть неудобный. Ну, во-первых, станина узкая, маленькая. Во-вторых, он всего на 5 тонн. Где-то бывает, что затишки, там подшипник сыпочный, либо цилиндрок. И он просто не справляется со своей работой. Вот и установка детальная, тот же сабвуфер, тут не очень удобно. А новое такое оборудование, насколько действительно вам облегчит работу? На порядок, я думаю, сократит. Время, процентов на 60-70. Добро пожаловать в дом детства «Гулливер». Это территория для шалости и баловства, игр и образовательной деятельности. 7 дней в неделю здесь готовы создавать для юных лабытнанцев незабываемый праздник. В реализацию детского развлекательного проекта уже вложено несколько миллионов рублей.
Большую часть, естественно, мы вложили это оборудование. Оборудование у нас, ну, очень дорогое и непростое. Такого в городе нет. Самая, как бы, такая проблема, трудность, скажем так, именно в оборудовании, оно очень долго изготавливалось. Естественно, не дает агентству работать на полную ногу, поэтому мы хотим именно на аренду, чтобы у нас было уже, как бы, пару месяцев возможности встать целиком на ноги и уже полноценно работать. Как мы видим, бизнес нуждается в поддержке. Лабытнанские предприниматели и самозанятые граждане свои потребности отобразили в конкурсных проектах на получение гранта. В составе комиссии Владимир Панюлайтис. 10 лет назад он также презентовал свою бизнес-идею – открытие в городе частной стоматологической клиники. Финансовая поддержка дала старт. От начинающих предпринимателей он ожидает такой же решительности и заинтересованности в своем деле. С материальной точки зрения наиболее перспективный, может быть, автосервис, но душа лежит на стороне детских проектов. Здесь два детских проекта: кафе детское и интерактивная зона детская. И я очень надеюсь, что у них выстрелит. Каждый из шести представленных конкурсной комиссии проектов выстрелил. Поддержку в размере 500 тысяч рублей получат начинающие предприниматели, в их числе супруги Веремеевы и Валерия Кравцова. 100 тысяч рублей помогут и самозанятому Владимиру Моржову обновить оборудование в сервисе. Сегодня в Лабытнанге стараются создавать комфортные условия для развития сферы услуг. На первом месте сейчас стоит услуги медицинских центров и лабораторий по сбору анализов крови. Для этого мы в этом году ввели новый вид поддержки, который выражается в компенсации затрат на приобретение дорогостоящего оборудования организациями, которые такие услуги готовы оказать. Есть интерес со стороны потенциальных участников такого вида поддержки. Я надеюсь, что в скором времени в Лабытнангах все-таки такие услуги появятся. Холодный расчет, трудолюбие и упорство в достижении цели – основа успешного бизнеса. Начать свое дело никогда не поздно, тем более, когда на его развитие можно получить финансовую поддержку. Светлана Киль, Эдуард Захаров, информационное агентство «Лабытнанги». 2023 объявлен годом педагога и наставника. Опытные специалисты, обучающие молодых коллег, работают во всех городских сферах. Александр Шатов, заведующий терапевтическим отделением Лабытнанской больницы, каждый год курирует молодых подопечных. О мудром наставнике и высококлассном специалисте в нашем следующем сюжете. Двери его кабинета открыты с утра до вечера и для пациентов, и для коллег. Александр Шатов – заведующий терапевтическим отделением городской больницы. В медицинском учреждении 13 участков, на которых работает около 30 специалистов. Руководить всегда сложно. Коллектив большой, приходится решать какие-то текущие проблемы. Где-то в коллективе всегда есть какие-то вещи, которые не хочется выносить за пределы коллектива. Все это решается. Я думаю, с учетом с тем, что я заведую уже 11 лет, в принципе, решается хорошо. Перед тем, как стать руководителем, Александр Шатов был простым практикующим врачом. Молодой кардиолог приехал в Лабытнанги из города Камень-на-Оби Алтайского края. Первые впечатления, скажем, были довольно-таки приятные. Здесь открытые довольно-таки люди, приняли хорошо. Квартиру дали служебную, то есть, в принципе, было где жить. Коллектив замечательный. Холодный Ямал и горячие сердца покорили врача, и он принялся за работу. Консультации в стационаре, прием больных, профилактические осмотры. Стенами своего кабинета Александр Шатов не ограничивался. Он мог без стеснения устроиться в холле поликлиники, поддерживая очередную профилактическую акцию. Его можно было видеть и в военкомате, и в следственном изоляторе, где Александр Сергеевич проводил медосмотры. Он не делит людей ни по социальному положению, ни по идеологическим взглядам. Ему дорого здоровье каждого пациента. Работаю я здесь давно, с 2000 года, и примерно около этого я знаю Александра Сергеевича. Раньше я с ним общалась как с коллегой, как с терапевтом, как с кардиологом. Однажды даже как пациентка к нему обратилась по поводу лечения. И после уже, в данное время, у нас примерно одинаковые должности, то есть я заведую педиатрами, он терапевтами, поэтому у нас очень часто интересы, какие-то задачи бывают.
бывают одинаковые. И если бывает необходимость, я всегда к ним обращаюсь. Как человек он очень добрый, всегда идет на помощь и как врач очень квалифицированный. Есть у Александра Шатова одна особая задача. Он наставник молодых коллег. Его подопечная Татьяна Кокарева пришла на работу в городскую больницу сразу после окончания института. С самых первых дней Александр Сергеевич нас всегда во всем поддерживал. Если что-то было не так, нам было непонятно, мы приходили, он всегда нам рассказывал, подсказывал. Какие-то сложные случаи, если тоже помогал разбираться, предоставлял учебные материалы какие-то, чтобы можно было где-то что-то подтянуть, что-то вспомнить, что-то новое узнать для себя. Ну а какие качества в людях ценит сам Александр Шатов? Чем увлекается и о чем мечтает? Подробнее о судьбе человека, который 11 лет успешно руководит отделением и которому каждый пациент с большой благодарностью говорит «Спасибо, доктор». Мы расскажем в ближайшем выпуске программы «Земляки» 2 ноября. Ирина Якобова, Дмитрий Свирит, информационное агентство «Лабытнанги». На этом все. Завершает выпуск «Прогноз погоды» на завтра. Спасибо за внимание. Всего доброго. До встречи в эфире и на страницах информационного агентства «Лабытнанги».